ведут на вас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Мартель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. К чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Из каприза еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшнями вместе, когда пылало все поместье. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Лука, сгорел наш замок. А почему мне тяжело? Как не себя? Скажите прямо, маркиза, что разорвет себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, не забыл о том, как костер. Погода ветреной была, но замок выгорел дотла. А он усадьбу всю спалил, потом конюшня охватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все